догляд одне за одним та ставлення з повагою. Ось чого вчаться 5-річний Уліс та 4-річна Настя. І за словами мами дівчинки, це в них виходить на відмінно. Когда воспитывается совместно собака с ребенком, это большой плюс, особенно для развития ребенка, но в то же время и для развития собаки. Поскольку Улис у нас старше Насти, то он воспринял ее как нового члена своей стаи и заботился о ней с самого детства, то есть с тех пор, когда она была маленькая. Після був період, коли собака насторожено ставилася до дитини, адже Уліс просто не знав, чого від неї чекати. І зараз тут період, когда Настя пытается ухаживать за ним, пытается понять, почему он так делает, почему он не делает по-другому. Когда начинает спрашивать, а почему Улис делает так, и почему он ест корм, почему он ест мясо, почему он ест конфетки. Идет постоянный обмен информацией. Я ей рассказываю, что можно для собак, что не нужно им кушать, что важно для здоровья. То есть она даже какие-то основы анатомии начинает спрашивать, почему у них 4 лапы, почему у нас называются ноги, почему у собак лапы. Усі ці питання й отримані відповіді розвивають Настю не по роках. Бо на відміну від однолітків, вона знає, де у собак плюсна, п'яти та скаковий суглоб. А развитие идет еще и физическое, потому что когда мы выходим гулять вечером, обязательные пробежки, при том у нее сейчас идет уже соревновательного плана пробежки, кто быстрее, я или он. Но чаще всего пробегает быстрее Улис, или Улис бежит быстрее ко мне. Но в любом случае это плюс для развития ребенка.